делаешь? Я собираюсь гулять. А ты у мамы разрешение спросила? Вообще-то я уже взрослая, мне не нужно спрашивать разрешение. Мам! А Света идет гулять без спроса. Ну и куда это мы собрались? Ма, блин, я гулять. И даже не собиралась у тебя спрашивать. Заткнись, мелочь. Мам, она обзывается. Так, ты пойдешь только если возьмешь сестру с собой. Я готова. Блин, мам, нафига мне там эта мелкая? Мам, она опять обзывается. Я все сказала, ты идешь только с сестрой. Блин, я никуда ее с собой не возьму, она меня позорит. Меня это не волнует. Она никуда не пойдет. Я хочу гулять. Она пойдет. Она не пойдет. Я она пойду. Пойдет, потому что я так сказала. Она не пойдет. Можно не орать, когда я футбол смотрю? Курятник, блин. Куда делась-то? Света! Чё? Ну я же просила не брать мою косметичку. Да не брала я твою косметичку. Ой, не надо мне брать. Мам, я честно не брала. Куда ты её дела? Да не знаю я, где твоя косметичка. Мам, смотри, я красивая, прям как ты. Это ты за ней не уследила. Да в смысле я виновата? Что сложно за сестрой присмотреть? Мам, ну я красивая. Ты ни в чем мне не помогаешь. Да я-то тут при чем? Мам, ну я красивая. Тебе сложно за сестрой присмотреть? Так, все, девочки, расходимся. Доченька, давай умоемся. Поищу косметичку в ее игрушках. Ага, спасибо. А я ведь сына хотел. Свет, расскажи, может тебе в школе какой-нибудь мальчик нравится? Да никто мне не нравится, дебилы они все. Да? А чего ты тогда сколько целуешься? И кто это такой Коля? Мама, что ты ее слушаешь? Врет она все. Ну как же, вы тогда еще школу прогуливали. Так мы еще и школу прогуливаем. Мама, что ты ей веришь? Врет она все. Ну вы тогда еще к нам пришли, пока родители были на работе. Ты мне дала поиграть в свой телефон, а вы сколько в другой комнате закрылись. О, Господи. Мама, да не было такого, не слушай ты ее. Все, обе идите спать. А ты, взрослая наша, теперь под домашним арестом. Ну, мам. Я все сказала. Отец. Ну? Кажется, у нашей Светы появился молодой человек. Че? Она ж еще в сад ходит. Да что ж ты за отец такой? Ты что в своих собственных дочерях путаешься? Да ты сама виновата. Понарожала одинаковых, а мне в них разбирайся. О, капец ты мелкая. Что ты напридумывала, что я Кольку домой приводила? Ты со мной не играешь никогда, говоришь, что тебе некогда. А теперь тебя из дома выпускать не будут, и ты будешь со мной играть. Я тебя убью. Мам! Мам, я иду гулять. Стоять. С кем ты идешь? С девчонками. С какими? С Наташкой и Иркой. Точно? Да точно, мам. И что это вы прям без мальчиков идете? Ну, мам. Где вы будете? Ну, где-то здесь, на районе. Где-то здесь. Ты можешь нормально ответить? Где-то между нашим подъездом и школой. Во сколько будешь дома? Часов 8-9. В 9. 8. Мам, ну можно я уже пойду? Не знаю, иди у отца спроси. Пап, можно я гулять пойду? Ага. Спасибо. С чем я только что согласился? Да пофиг. Свет, а как ты думаешь, что тебе родители на день рождения подарят? Блин, я столько раз намекал, так что по-любому будет новый айфон. Да ладно. А чё, четверть я без троек закончила? А я бы хотела книжку-раскраску. Как можно мечтать о какой-то там книжке? Так, все сели. Ну давай, отец, говори. Значит, дочь, тебе сегодня исполняется 13... 15. Нифига себе. Тебе исполняется 15 лет, и я желаю тебе успехов в учебе и в этом твоем шахматном кружке. Танцах. Серьезно? В общем, мы с матерью подготовили тебе подарок. Она, конечно, настаивала на другом, но я считаю, что подарок должен быть хороший. Что это? Кулинарная книга? Да, потому что ты женщина, будущая хозяйка, и значит, должна уметь готовить, жрать. На, раскрашивай. Доченька, что случилось? Отец, почему младшая плачет? В смысле младшая? У нас что, их двое? Света! Чё? Почему твоя сестра плачет? А я откуда знаю? Ты опять обзывала ее мелкой? Нет. Ты опять говорила, что когда вы станете взрослыми, твои племянники будут жить у нее? Нет, но идея огонь. Перестань поясничать. Ты опять говорила, что мы тебя любим больше, чем ее? Да, но это было вчера. Света! А чё, я старше ее на 10 лет, значит, вы любите меня на 10 лет больше. Хе, аргумент. Ну чё ты там сидишь? Иди успокой дочь. Не реви. Я сделал все, что мог. Доченька, ну почему ты плачешь? Что случилось? Понимаешь, я второй раз пересмотрела «Короля Льва», а там все равно Шрам убил Муфасу. Хорошо, что я ей «Игру престолов» не показывала. Мама, давай мы тебе чем-нибудь
поможем. А то что ты все сама? Правильно, матери надо помогать. Только тихо. Ну хорошо, доченька, достань, пожалуйста, муку из шкафчика. Хорошо. Света, а ты почисть картошку. Ага. Ну как ты чистишь? Кто ж так делает-то? Иди лучше лук порежь. Ну хорошо. Ну не так же надо лук резать. А, сама сделаю. Лучше салат забрай. Ладно. Ну куда ты столько набухала? Надо же по чуть-чуть добавлять. Иди лучше тарелки поставь. Мам, я достала муку. Молодец, доченька. А теперь иди умойся. Мая поставила тарелки. Ну не эти же, надо другие тарелки. Все, иди отсюда, я все сама сделаю. Мы жрать-то будем сегодня? Надо еще подождать, я же все сама. Никакой помощи в этом доме. Ну тут даже я охренел. Мать, где мои носки? В ящике. Мама, какое платье мне надеть? Которое я погладила и повесила тебе на дверь. Мама, можно я не поеду? Нет, мы всей семьей идем в гости, так что ты идешь. И оденься поприличнее. Мать, где мои брюки? В шкафу висят. Мама, можно я возьму с собой котенка? Конечно, можно. А щеночка? Можно. А поросенка? Только если жареного. Отец. А что, я жрать хочу. Света, ты собралась? Угу. Ну я же просила тебя одеться поприличнее. Я надела чистые джинсы. Надень платье, мы же в гости. Идем. Еще бантики на меня повяжи. Бантики? У Светы будут бантики, а у меня не будет. Мать, где моя рубашка? На тебе. Ну тогда я готов. Мам, я хочу бантики. Доченька, ты без них очень красивая. Я задолбался вас ждать. Я иду в машину. Я иду с папой. Маме в платье как урод, так что я поеду так. Да иди ты в чем хочешь. Короче, мы все ждем тебя в машине. И раз уж ты нас тащишь в гости, можно и быстрее собираться. Да иду я! Отец, я ухожу со Светой по магазинам. Может, даже купим, что мне понравится. Ну, не умничай. В общем, мы уехали, ты следишь за младшей. Угу. Что угу? Не знаю. Я перестал слушать после фразы «я ухожу». Да ну тебя! Доченька, иди посиди с папой в комнате. Хорошо. Все, мы ушли. И штрафной. А что этот дядя делает? А зачем он бежит за мячом? А почему этот дядя упал? Ему больно? А почему этот дядя одет не как все? А зачем ему свисток? Дядя поймал мяч прям как котик. Так, хочешь знать, что такое футбол? Слушай сюда. Мы пришли с очередной вещью, которую я никогда не буду носить. Еще как будешь. Ну как вы тут? Пап, а этот дядя тоже штопанный гондон? Да. Отец, ты совсем с ума сошел? А тот, что красную карточку не показал, тоже гондон? Доченька, это плохое слово, его нельзя говорить. Мам, он же только делает вид, что ему больно, значит, он гондон. Моя дочка. Мать, где мои носки? В ящике. Мама, какое платье мне надеть? Которое я погладила и повесила тебе на дверь. Мам, можно я не поеду? Нет, мы всей семьей идем в гости, так что ты идешь. И оденься поприличнее. Мать, где мои брюки? В шкафу висят. Мама, можно я возьму с собой котенка? Конечно, можно. А щеночка? Можно. А поросенка? Только если жареного. Отец. А что, я жрать хочу. Света, ты собралась? Угу. Ну я же просила тебя одеться поприличнее. Я надела чистые джинсы. Надень платье, мы же в гости идем. Еще бантики на меня повяжи. Бантики? У Светы будут бантики, а у меня не будет. Мать, где моя рубашка? На тебе. Ну тогда я готов. Мам, я хочу бантики. Доченька, ты без них очень красивая. Я задолбался вас ждать, я иду в машину. Я иду с папой. Маме в платье как урод, так что я поеду так. Да иди ты в чем хочешь. Короче, мы все ждем тебя в машине. И раз уж ты нас тащишь в гости, можно и быстрее собираться. Да иду я. Слушай, ну может тебе покушать? Я там котлеток нажарила. Не хочу. Ну может борща тебе налить? Не надо. А можно узнать, что случилось-то? Барса Ливерпуль 3-0. Хотела бы я спросить, и что? Ну не буду. Дети где? Ну младшие у бабушки, а Света во дворе гуляет где-то. Где-то? Ты мать или что? Тот шляется неизвестно где, она стоит тут в халате. Чтоб сейчас же дома была. Ну вот и Света пришла. Давай дневник. А ты что, ты сам же сказал, что тебе пофиг, что там у меня в школе, пусть дневник мать смотрит. Когда я такое говорил? 8 лет назад, когда я в школу пошла. Какого хрена у нас дома такой срач? У меня 3 бабы в доме, здесь сиять все должно, как в операционной. Что, ничего без меня сделать не можете? Отец, можете пивка налить? Ну можно. Может тогда котлеток? Не, сначала борщ, потом котлетки. Ну вот и хорошо. Свет, как погуляла-то? Да скучно, у нас там пацаны все что-то обсуждали, что вчера кто-то 3-0 сыграл. Света, беги. Мам, я что-то плохо себя чувствую. Что случилось? Где болит? Горло. Ой, лоб какой горячий. Все, сегодня никаких садиков, лежишь дома. Хорошо, мам. Сейчас мама тебе таблетку даст. Отец, дуй в гараж за малиновым вареньем. Сейчас, тайм закончится. Не сейчас, а быстро. Быстро это если б за пивом. Доченька, чего тебе хочется? Мультики хочу смотреть. Ой, здесь
боимся, телевизора нет. Отец, перетащи телевизор в эту комнату. Да вы что, озверели? Не надо, мам, я на планшете посмотрю. Может, тебе еще чего хочется? Может, что-нибудь вкусненькое приготовить? Мам, чего? Я что-то плохо себя чувствую. Не выдумывай. Горло очень болит, и кажется, температура. Так, вот тебе таблетка, иду в школу. Вот так вот, жизни хватает нас за жопу.